В Севастополе будут достраивать скоростную яхту «Федор Ушаков» для первой масштабной научной Константиновской морской экспедиции. Об этом рассказал путешественник Федор Конюхов 3 июля на встрече со студентами Севастопольского государственного университета. Он отметил, что команды для участия в масштабном проекте будут готовиться на базе Севастопольского государственного университета под руководством самого путешественника. В настоящее время в Рыбинске на заводе «Вымпел» проектируется и в этом году будет заложена большая яхта «Федор Ушаков». Достраивать ее будут в Севастополе. По словам путешественника, скоростная яхта предоставит возможность курсантам-морякам ходить в кругосветное путешествие в качестве практики. Мы хотим, чтобы они проходили, чтобы хотя бы, пускай там в году 15-20 человек военных курсантов или самых уже военных шли вокруг света. Она будет совершать плавание вокруг света, если точно сказать, с Ла-Манша в Ла-Манш, расчеты конструктора за 62 дня. Мы рассчитываем, что если курсант пройдет за 80 дней вокруг света, это уже будет, понимаете, не годами идти, понимаете, а вот такая скорость, конечно, без... Вот это готовить военных моряков. Федор Конюхов отметил, что яхта строится из морского алюминия, который рассчитан на 30 лет непрерывной эксплуатации. У нее будет 4 мачты по 35 метров высотой. Это, ну, мачту можно сложить. А киль, у нее киль будет весить 30 тонн и длина пера 10 метров. Она даже в бухты сюда не все будет заходить. Она будет стоять на рейде, прописанной в Севастополе, все время находиться в плавании. Понятно, что мы не можем там построить, а здесь мы достраивать. Оборудование будет сюда приходить.